Такие вот прикол. Зараз чищу вот всю вот основную трубу. Основную ЗВ. И короче, видите, это уже не первая партия сомиков. Куча и трубы. Перед тем я бы ловлював их еще даже в барабанном фильтре. Как они сюда попадают, я в шоке, я не знаю. Вот, пожалуйста. Вот они вот с того вот бака. Вот. Причем они уже у меня как бы и подросли трохи. Уже не такие вот мелкие, уже такие сантиметры 7 они имеют. Через вот эту вот сюдою они поднимаются вверх. Через перелив попадать в эту трубу. Это, конечно, интересно. Я не знаю, буду думать, как эту неполадку устранить. Если у кого-то какие-то идеи, подскажите, пожалуйста, в комментариях. Дякую. Подписывайтесь на канал, буду еще рассказывать про свои ОЗВ. Третий усталец наши. Тут труби пару штук. Они усиленно борются. Сюда не злиться. Влив воды. В основную трубу 6 стики. Вот выскочило. Вот трубы, вот что. Иде. Вот в цих баках, короче. Как они туда попадают, это какой-то капец. И то здоровый, крупный, на сантиметре по 7.